Начинать. Сейчас я... Спасибо, Zoom нам сказал, что можно. Меня зовут Анна Елисеева, я продюсер и куратор литературной школы Бенд. И сегодня у нас открытая лекция с Сашей Сулим. Хуже не придумаешь, она называется. Это действительно так, реальность часто оказывается мрачнее и более жестока, чем художественный вымысел. Увы, но, тем не менее, это дает нам почву что-то осмыслить, понять и переработать. И вот Саша Сулим, спасибо ей большое, что она сегодня согласилась почитать с нами семинар, расскажет о том, как она создавала свою книгу по документальным материалам, о громком деле. Книга называется «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России». Я... Передам слово Саше скоро. Пока прошу на следующий слайд перелистнуть, буквально скажу пару минут о том, что лекция проходит, собственно говоря, к нашему курсу по тому, как писать острые сюжеты. Это не только детективы, это триллеры, хорроры и так далее. И у Саши будет лекция уже в рамках курса на этом марафоне, которая будет посвящена тоже реальности как почве для художественного рассказа, но уже более подробно, более точечно там эту тему раскроем. Тоже отдельный слайд будет про это. Курс начинается у нас 12 января, и подробности все можно посмотреть по ссылке. Я скажу еще, что там с нами Юлия Яковлева, знаменитая писательница, автор исторических детективов современных. Там с нами мастер хоррора Максим Кабир, Валерий Бочков. Ну, в общем, много классных спикеров, ведущих мастер-классов, действующих писателей, журналистов. Если интересно, пожалуйста, посмотрите. И вот в чат вам сейчас пришлют еще небольшой бонус от нас, скидку на этот курс. Нам пишут, что в прошлом году проходили с нами острый сюжет, и это бомба. Спасибо большое, мы очень рады. А теперь я уже передаю слово Саше. Сейчас отключаюсь сама. Вопросы задавайте, пожалуйста, по ходу лекции в чат. В конце мы их все увидим, озвучим и на все ответим. Саша, спасибо еще раз большое. Очень вам рады. Пожалуйста, можете начинать. Да, спасибо еще раз. Спасибо, что пригласили. Слушателям спасибо, что подключились и решили провести этот вечер в моей компании и послушать про такую не самую легкую тему для переваривания и для вечера, возможно, для наближающейся ночи, но оттого не менее интересную для изучения в первую очередь. Тут небольшое описание о том, кто я. Я вообще журналист и работаю журналистом уже довольно-таки давно, но свою как бы такую веху журналистскую, мне кажется, я начала в 2016 году, когда устроилась в «Медузу». И именно там я как-то нащупала то, что мне близко, то, что мне нравится, о чем мне нравится писать, потому что как бы там ни было, но журналист помимо какой-то общественной функции, да, общественно значимой, должен получать удовольствие от своей работы. Я немножко пролесну некий такой план, мини-план нашей сегодняшней беседы, чтобы прийти сразу же к этой очень важной для меня мысли, которую я поняла именно в «Медузе», о том, что реальность намного интереснее любого фикшена, но нужно уметь видеть истории в той самой реальности, в обыденной жизни нашей. Потому что до того, как я пришла в «Медузу», я мечтала, если честно, быть сценаристом и писать сценарии, и пробовала себя. Но как-то в какой-то момент я ничего не добилась на этом поприще, скажем так, потому что, наверное, не очень хотела, ну или не очень получалось. Но одним словом, когда я начала работать в «Медузе» и столкнулась с реальными историями реальных людей, интересными мне, я поняла, что мне неинтересно придумывать и выдумывать какие-то миры, мне нравится описывать уже существующий наш мир, в частности, реальность российскую, мой
редактор в «Медузе» и, в принципе, один из величайших редакторов сегодняшней России Александр Горбачев говорит, что Россия – это страна нерассказанных историй. И мне очень нравится это такое емкое определение журналистское, потому что это действительно так. И любому журналисту, я говорю, неважно, из какого вы города, вам нужно, ну, истории нужно и можно искать везде, и их можно везде находить. Но главное их увидеть. И, собственно, как же и где искать эти самые истории? Это проблема, ну, как проблема, необходимость, она стоит перед всеми пишущими, снимающими сегодня людьми. Мы в редакции, где я работаю сейчас уже 1,5 года, каждую там, ну, неделю, не неделю, но мы, конечно, идем гораздо впереди как бы нашего графика, но так или иначе темы мы обсуждаем чуть ли не ежедневно, закидываем в чаты какие-то статьи и ссылки, которые нас заинтересовали, на предмет, может ли это стать потенциальной историей. И применяя наши действия, наш опыт к тому, чем хотите заниматься вы, потому что я понимаю, что среди вас вряд ли кто-то мечтает быть журналистом, может быть, среди вас уже и журналисты, но скорее писать прозу, сценарии и так далее. Но мне кажется, что иметь такой тренированный глаз и настроенный поиск внутри себя – это очень полезно, и как бы должно и может приносить плоды. И, кстати, вернусь чуть-чуть к моей любимой фразе, которую я предварила всю лекцию, да, о том, что реальность гораздо интереснее вымысла. Чтобы ее как бы доказать правдивость этой фразы и не ссылаться только на мое какое-то эмоциональное ощущение от этой ситуации, я могу сказать, что в последнее время очень многие большие продакшены, кинокомпании обращаются как раз-таки к журналистам, которые пишут большие истории на «Медузе», на сайте «Холод», могу представить ряде других сайтов, с тем, чтобы выкупить у них права на их тексты и снять по ним фильмы. Казалось бы, да, ну, можно все что угодно придумать, фантазия человека безгранична, но в последнее время я это ощутила на себе, когда выпустила там один из текстов про ангарского маньяка. Это же ощущают на себе мои бывшие коллеги и нынешние приятели, вот в частности сайта «Холод», когда они раскапывают классную историю, ну классную в журналистском понимании, там часто убийства, смерти, какие-то несправедливости, но тем не менее потенциально заключающую в себя и конфликты, и герои, и антигерои, и люди, которые как раз-таки редакторы этих компаний, которые постоянно настроены на некий поиск историй, они за этим очень следят, они приходят к журналистам, и, ну, по-разному случается. Я думаю, что некоторых журналистов при возможности можно интегрировать в процесс написания сценария, но в целом это просто покупка прав, которая позволяет им оттолкнуться от некой фабулы. Конечно, мы не говорим о том, что какую-то историю жизни нужно экранизировать или делать из нее художественное произведение дословно, но просто то, как может насытить ваш текст реальность, ну, никакая, ну, нет, ну, странно говорить, никакая, но мало кто таким может обладать воображением, потому что когда от героев, от их диалогов, от их поступков веет правдой, это ощущается. Итак, как и где искать те самые темы, которые заинтересуют читателей либо редакторов сценарных компаний? Мне кажется, что, наверное, я помню, что пару лет назад было очень много всяких инструментов, как выстроить свои ленты новостей. RSS-фиды были, можно было как-то их составлять, чтобы тебе присылали на почту подборку новостей. Ну, понятное дело, что сейчас это все свелось к некой ленте, скорее, Фейсбука, Инстаграма, либо Твиттера, в зависимости там, от того, где вы больше времени проводите. Но, тем не менее, наверное, стоит подписаться
и как-то выделить для себя, может быть, сгруппировать какое-то определенное количество сайтов, на которых вы замечали какие-то интересные темы, которые поднимают журналисты, либо какие-то интересные развороты, и посматривать их. Ну, может быть, не каждый день, но тем не менее, там, раз в неделю можно себе завести за правило просматривать, какие самые громкие истории выходят на главных сайтах, лучших сайтах и у лучших блогеров, почему нет, сейчас уже сайты, это, конечно, такой не очень распространенный в силу того, что многие сайты в силу разных причин не могут работать в полную мощь. Но, тем не менее, да, то есть это журналисты, это Facebook какие-то персонажи, которые часто без всяких статей и сайтов могут написать пост о какой-то истории, которую, кстати, потом подхватывают разные СМИ и развивают из этого тексты. Ну, вот так было на «Медузе» не раз, когда мы искали, ну, новости, в кавычках, в Фейсбуке, и писали из этих постов, ну, понятное дело, что мы звонили и не одному человеку, обзванивали и разузнавали детали, но как бы это все очень полезно, и за этим тоже стоит следить. И понятное дело, что это не только ваши друзья. Надеюсь, что ваши друзья пишут прекрасные, интересные посты, но все-таки люди, которые, скажем так, с большим количеством подписчиков, они пишут не только о себе, не только о своих каких-то переживаниях и впечатлениях от чего-то, но и могут касаться абсолютно разных тем и героев. Очень важный пункт – это региональные сайты. Очень в регионах работают журналисты, и часто они там работают хорошо, хотя получают гораздо меньше денег, и у них гораздо меньше возможностей, потому что Россия, конечно, страна нерассказанных историй, но когда ты заключен в одном регионе, ну, в силу там обстоятельств, не все истории происходят в твоем регионе. Но, тем не менее, есть какие-то подборки, есть там, я не знаю, 78.ru, 72.ru, вот эта группа сайтов Шкулёв Медиа принадлежащих, да, то есть это новостные сайты, на которых, ну, главные новости региона отображаются. Это небольшой пример. Один из моих последних фильмов для редакции, посвященных психологии маньяков, но вообще там как бы в основе этого фильма реальная история современная о похищении детей в Тюмени. И как раз-таки на сайте, тюменском сайте новостном, эта история была описана очень подробно, за ней журналисты следили очень давно, потому что она такая серийная, и благодаря им, ну, можно такой вот ликбез себе устроить за несколько часов, все изучить и ехать уже более подготовленным, ну и в принципе узнать о чем-то таком, зайдя на вот в данном случае тюменский новостной сайт. Официальные сайты ведомств, СК, но это, понятно, моя специфика, и, возможно, многих из вас специфика тоже, это всевозможные преступления, да, всевозможные сообщения о правонарушениях, и, ну, самый интересный материал – это уголовные преступления, и в таких сухих, бездушных, порой малопонятных пресс-релизах Следственного комитета часто можно нарыть какую-то интересную фактуру, да? Ну, что-то узнать, пока еще об этом не очень сильно раструбили СМИ, или какие-то детали уточнить. Ну, в общем, это тоже как один из таких источников сюжетов, скажем так. Передачи, я написала, которые не принято смотреть, ничего не имею против тех, кто смотрит эти программы, но я понимаю, что в силу того, что мы все заняты и не так много времени, а выходят они каждый день, наверное, не каждую тему можно там отследить, но тем не менее я как-то задумалась, когда я работала в «Медузе», что очень многие темы, они пересекаются на самом деле, темы, на которые пишем мы и которые поднимает там Андрей Малахов условно в своей программе.
и вопрос, и разница всего лишь, хотя это большое всего лишь, это в том углу, угле, да, который выбирает журналист, чтобы посмотреть на эту проблему. И вот от угла зрения на тему зависит очень много. Это может полностью совершенно перевернуть с ног на голову тему. Например, о маньяке, об ангарском маньяке, да, Михаиле Попкове было снято какое-то количество программ Малахова, в том числе там было записано одно из первых интервью с ним, и уже после того, как я увидела его интервью там, я поехала сама брать интервью у Попкова, ангарского маньяка. И, конечно, упор, который делает условно, опять же, Малахов, он рассчитан на шоу, он не рассчитан на то, чтобы, ну, как бы он делает вид, что он рассчитан на то, чтобы разобраться в истории, но не всегда выбор героев адекватный тому, адекватной цели, да, и когда там выбираются какие-то люди с той или иной стороны, друзья, соседи. Но есть же разные друзья, разные соседи. Мы все понимаем, что какой-то сосед мог поехать на телевидение только лишь для того, чтобы съездить в Москву, возможно, получить за это какой-то гонорар, ну и просто подтешить свое тщеславие, показавшись на первом или втором канале. А журналист, который работает не на шоу, а, скажем так, ну, заботится о своей репутации, он все-таки тщательнее отбирают круг источников, вот, поэтому истории выходят разные. Но от того, если вы, например, изучаете какую-то тему, то вполне даже очень полезно изучить эту историю с разных сторон и посмотреть, а какие еще герои, какие еще люди есть в этой истории, что они могут говорить. Потому что, например, жена и дочь ангарского маньяка отказались общаться со мной. Мне кажется, они общались только с Малаховым. Ну, было интересно на них посмотреть, да, как они говорят, что они, как они реагируют. Да. Мне это было важно, чтобы составить некое впечатление свое, скажем так, чтобы задать ему какой-то вопрос. Ну, при том, что да, я не могла использовать их никаким образом в своем тексте, но в своей книге, например, я какие-то их выступления процитировала, ну, чтобы добавить, опять же, краски. При этом доступа к ним у меня не было. То есть у меня был телефон, но я как бы позвонила, а мне со мной говорить не стали. Вот. Ну, и как бы в эту же категорию, да, пусть говорят прямой эфир и так далее, можно отнести и газеты вроде «Московского комсомольца», «Комсомольской правды», и все, что вы как бы можете еще записать в эту категорию, потому что там куча региональных тоже у них представительств, и там, так как их журналисты имеют доступ к органам, следственным органам, правоохранительным органам, у них зачастую появляется много подробностей у первых и, в принципе, у единственных. Поэтому это все полезно, не стоит от этого отказываться и этим пренебрегать. Вот. Ну, YouTube, конечно, безусловно, да, там о чем только, наверное, не снимают и не показывают. И если вам нужен какой-то герой, либо для вашей книги нужен какой-то характер, например, человек, который там исполняет какую-то особенную профессию, да, выполняет в жизни, либо занимается каким-то таким очень редким или, наоборот, нередким делом, на YouTube это здорово, можно посмотреть, как-то тоже поднабраться каких-то, какой-то фактуры. Знаете, вот я сейчас сама учусь на курсе шоураннера у Жоры Крыжовникова, и вот он рассказывал нам, что актеры сейчас, им не надо даже там выходить на улицу, да, чтобы наблюдать за какими-то людьми, условными там дворниками, если им нужно сыграть дворника, они могут просто набрать в YouTube и напитаться всем там. Ну, не только в актерском плане, мне кажется, и набраться впечатления от этих людей тоже возможно с помощью YouTube. Но новостей, конечно, и всяких заметок, и просто текстов, и бессмысленных каких-то репортажей, их слишком много. Поэтому так вот с бухты-барахты в это все
влезть, да, и сразу понять и отследить до первой недели же, когда вы там соберетесь, если соберетесь отслеживать какие-то актуальные сюжеты, это, конечно, сложно. Но это то же самое, как, например, представим, что мы приезжаем в какую-то страну совершенно нам незнакомую и открываем газету, и эти новости, они нам ни о чем не говорят. Но если мы эту газету будем читать каждый день на протяжении месяца, то спустя месяц мы уже поймем, кто есть кто, почему о ком-то пишут одним образом, а о ком-то совершенно другим. Поэтому мой тезис в этой части о том, что быть в повестке — это, ну, два первых пункта, они, в принципе, сливаются в один. Это значит быть на волне как бы актуальной информации. Что значит актуальная информация? Это информация, которая как бы сегодня, ну, на первом месте, что ли, которую обсуждают весь мир. То есть там год назад это был BLM, да, Black Lives Matter. И дело даже не в том, что если вы не совсем в повестке, вы не сможете там поддержать светский разговор во время какого-нибудь вернисажа или просто ужина у друзей. Но это все-таки пишущий человек, как мне кажется, да, должен обладать такой хорошей общей культурой и владением ситуацией, потому что сегодня, естественно, там мир сильно изменился после движения MeToo, и российские его версии, я не боюсь сказать, и писать какую-то книгу о том же абьюзе, вот одна из участниц написала, что она этому хочет посвятить, это здорово, это очень актуально, как раз-таки эта тема, которая сейчас, конечно, очень обсуждаемая, и поэтому, чтобы написать ее адекватно времени, да, адекватно 2021 году, а не 2012, нужно быть в теме, и нужно понимать, что это движение или любое другое, можно взять феминисток, можно взять борцов за экологию, все что угодно, равные права для абсолютно любой категории граждан, и не только какие-то правовые аспекты, я думаю, вы сами все это прекрасно знаете, но нужно как бы понимать, какие вопросы актуальны, потому что все-таки, как мне кажется, возможно, я заблуждаюсь, поспорьте со мной в вопросах и комментариях, тогда я с удовольствием это обсужу позже, что мы все, когда что-то пишем, наша главная цель, ну, если у нас там чуть больше амбиций, да, чем просто зафиксировать некий реальный факт, мы лепим свой слепок времени, да, вот что происходило, как говорили о какой-то теме на момент 2021 года или там третьего десятилетия 21 века. И как бы мне кажется, что это уже я перехожу к третьему пункту, что там проблема отцов и детей, она всегда вроде как вечная, она всегда есть. То есть она такая вечно зеленая, как я ее назвала здесь. Но все-таки каждое десятилетие накладывает свои какие-то особенности на каждую проблему, поэтому это стоит актуализировать, и от этого не стоит уходить, мне кажется, потому что, ну, мне, например, очень нравится, я недавно смотрела фильм «Квартира», он, по-моему, 60-го года, ну, примерно так, Билли Уайлдера, и там так подробно описан, ну, показан быт героя, вот, Нью-Йорка 60-го года, как он разогревает себе еду, как у него устроен холодильник, как он кипятит чайник, как он, я не знаю, там, чистит ботинки, и это, возможно, и лишняя деталь, но, с другой стороны, вот я из 2021 года смотрела, и мне было жутко интересно погрузиться в это время вот настолько, вот не только о его каких-то проблемах и чаяниях, которые там поднимаются в сюжете, но и о том, как он живет, и не только что носят его подружки, но и что он ест, как он ест. И действительно уже я удивлялась, что уже тогда были какие-то быстро разогревающиеся блюда, которые, как бы, понятно, до нас дошли очень-очень через большой срок. Ну, в общем, это такое лирическое отступление, но тем не менее, мне кажется, что наделять свой текст, для чего бы он ни был, признаками времени,
Ну, я бы сказала, что это классно, потому что это придает ему и фактуру, и ценность, и как бы располагает его вот на некой такой перспективе, да, других произведений. Так, как раскопать историю? Вот вы, например, увидели новостях, ну вот, например, как это было в моем случае и книге, в случае истории дела ангарского маньяка, которое я, опять же, может быть, не все знают, не сказала изначально, что все началось как раз-таки с пресс-релиза Следственного комитета, который выпустили в январе 2017 года. И в этом пресс-релизе, который все прочитали мои коллеги, говорилось о том, что Михаил Попков, прозванный ангарским маньяком, признался в совершении еще 60 убийств. И там последний абзац, что он уже был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. На тот момент я не слышала ни словосочетания «ангарский маньяк», ни имя Михаил Попков, поэтому каждое предложение этого пресс-релиза ввергало меня все больше и больше шок, что мало того, что он убил 22 человека и приговорен к пожизненному, так он еще сознался еще 60 убийствах. Ну, то есть это действительно такая из ряда вон, понятно, ситуация. Такие, слава богу, не так часто пресс-релизы СК выпускает. Но, тем не менее, вот началось все с этого. И мы решили в редакции, при том, что об этой истории было написано уже какое-то количество текстов. Ну, то есть его поймали в 2012 году, осудили в 2015. И в 2015 году вышли, ну, довольно неплохие такие истории про то, что, как, почему, кто его ловил и так далее. Но нас заинтересовало в этой всей истории имя Николая Китаева. Николай Китаев – это иркутский исследователь. В советское время он был следователем по особо важным делам, так называемый важняк. В Советском Союзе их очень-очень ценили, они, это была очень престижная такая, ну, должность. И поэтому мы подумали, что интересно рассказать его историю, под призмой его истории Живытина дело ангарского маньяка. Но получилось так, что несмотря на то, что Николай Китаев человек, безусловно, интересный, но он совсем не занимался делом ангарского маньяка. Я, конечно, с ним встретилась, и одна из глав моего первого текста посвящена ему, но в деле ангарского маньяка он, ну, скажем так, не хочется говорить, вообще не сыграл роли, но сыграл довольно маленькую роль, потому что он там занимался им, например, месяц, а дело растянулось на десятилетия. Это пример того, как может быть сложен и неоднозначен путь в проработке истории, в проработке и в поиске ее истинного героя. Да? Если мы все-таки говорим о некой заключающей, о некой финальной стадии, это книга, да, то никакой бы книги, например, никакой книги в 2017 году речь не шла, это было, я повторю, пресс-релиз Следственного комитета и предложение моего редактора написать просто о следователе, сделать портрет следователя советских времен, работающего на благо граждан. Но уже по мере того, как я начала в эту историю входить и как раз-таки связывалась с ее участниками, теми или иными, все немножко преображалось. Почему преображалось? Потому что нужно понимать, что чтобы общаться с людьми, которые непосредственно находятся при исполнении своих должностных обязанностей, это МВД либо Следственный комитет, нужно получить разрешение от их вышестоящих органов, ну, то есть у пресс-секретаря главного управления. И так случилось, что в первый раз, когда я ехала, Следственный комитет мне не разрешил общаться со следователем. Но Николай Китаев был уже на пенсии, поэтому с ним я все-таки поговорила. Но пресс-служба МВД, МВД – это, ну, понятно, полиция и оперативные сотрудники – разрешили мне общаться со своим сотрудником. И так я познакомилась с Артемом Дубыниным, который спустя, ну там, 3 года станет, 4, 3,
главным героем моей книги «Безлюдное место». Но опять же, на момент нашего с ним знакомства оно происходило так. Я из Иркутска ехала до Ангарска на каком-то там условной маршрутке, и маршрутка остановилась на остановке, где меня ждал какой-то автомобильчик, я уже не помню его марку, ну, такой не новый, понятно, автомобильчик, где водитель, который работал, МВДшный водитель, меня доставил в кабинет Артема. А кабинет Артема находился в ужасающем двухэтажном здании, который кажется, вот оно было построено там в года 40-е и 50-е, и вот с тех времен с ним ничего не происходило, то есть оно только ветшало. И выглядело оно просто, ну, очень-очень депрессивно. И там меня встретил вот в кабинете с такими, знаете, рыжими столами, рыжими какими-то порыжевшими газетами на стене, ободранной, среди папок, на которых написано «Дело номер». Артём молодой человек, там, до 40 лет, я не знаю, сколько ему было тогда, например, 35, в форме, потому что только в форме они могут общаться с журналистами. И он очень скупо, очень сухо отвечал на мои вопросы. Но что-то, видимо, нас с ним тогда... Ну, меня зацепило, его зацепило в плане профессионализма, в плане какого-то отношения к своему делу. И после того, как первый текст вышел, Артём меня поблагодарил и сказал, что, ну, вот как бы я написала там лучший текст на тот момент, по его мнению, который выходил об этом деле. При том, что так как Артём тогда работал, и мы с ним виделись первый раз, он не мог мне тогда рассказывать о каких-то вещах, которые в итоге так всех и бомбанули, когда вышел фильм для редакции, и выходило еще тексты на «Медузе», и, собственно, в книге когда, о том, о чем я написала там, уже в полной мере. Но если немножко расширить, да, и уже оторваться от примера, на секундочку оторваться от примера книги, связаться с участником иногда это просто написать какому-то человеку в ВК или там в Фейсбуке, или найти его телефон и написать в WhatsApp. Но сложность заключается в том, что часто это же не какое-то должностное лицо, да, на которого можно выйти через там, его руководителя. Это просто человек из какой-то заметки в газете, который вас чем-то зацепил. Вот его история вам кажется очень ну, потенциально интересной. Как тогда связаться с ним? Ну, во-первых, опять же, если это речь о человеке, связанном с каким-то преступлением, всегда, часто, практически всегда есть адвокат. Да, конечно, это часто адвокаты по назначению. Ну, не буду говорить, часто или нет, но бывает, что это адвокаты по назначению. Это значит адвокаты, которых не ты сам выбираешь, а которого тебе выдает государство. Они, как правило, не очень, опять же, как правило, не всегда, не очень добросовестно выполняют свою работу, поэтому, ну, не всегда погружены во все детали дела. Но, тем не менее, с ними связаться гораздо проще, потому что найти номер адвоката довольно легко и выйти на, как бы, героя, попробовать через адвоката. Если же адвокат по соглашению, то есть если человек его сам выбирает, ну, тут вообще никаких проблем. Адвокат передаст вашу просьбу своему клиенту, и если он согласен, то может с вами связаться. Также есть активисты некие, правозащитники, которые так или иначе, если человек находится в некой проблеме, то явно он кому-то мог обратиться. Вот. Ну и, конечно, вам в помощь, да, ВКонтакте, Одноклассники, и там имею, так сказать, странички, потому что очень часто единственный способ найти человека – это ВКонтакте и посмотреть, насколько там он активен или нет, отвечает или нет. Часто именно через ВКонтакте
получалось кого-то найти и завязать беседу. Если вы не склонны, или вам не хочется, или не представляется возможным выйти на человека напрямую и поговорить с ним, можно всегда изучить, что уже было написано, либо снято на какую-то тему. Здесь, понятное дело, ну, важно фильтровать источники, но, как я уже сказала, и пусть говорят с «Комсомольской правдой», могут очень сильно помочь, потому что они дозваниваются и добиваются интервью у тех, кто не дает интервью, например, «Медузе» и там русской службе BBC. Какими-то своими путями. Поэтому изучить, прочитать с долей скепсиса и, ну, как бы, понимая, что именно вы читаете. Можно пообщаться с косвенными участниками, свидетелями истории. Если история произошла давно, если участники сидят в тюрьме, либо погибли, умерли, можно связываться с друзьями, с теми людьми, кто знал. Это всегда... никогда не помешает, чтобы узнать какие-то детали, чтобы выйти на других героев. Ну, и еще такой довольно радикальный, ну, опять же, для некоторых способ — это поехать на место, где разворачивалась история. И, знаете, как бывает, если это какой-то маленький населенный пункт, например, какая-то деревушка, либо маленький городок, вы приходите там, к дому, чему-то, то иногда не нужно самому проявлять инициативу. Например, вот в тот первый раз, когда я была в Ангарске, вот наша встреча с Артемом, когда подошла к концу, я попросила того самого водителя провести меня по местам, где были найдены жертвы Попкова. И мы проехали по ним, и потом мне говорят: «Хотите, мы вас подвезем к его дому?» Я: «Ну, давайте». И мы подъезжаем к его дому, я выхожу и делаю фотографию на телефон, чтобы потом разместить в своем репортаже. И что вы думаете? Это сейчас будет звучать, как будто я придумала, но я правда не придумала. Выходит сосед из подъезда и говорит мне: «Ну что вы тут приехали снимать, о чем рассказывать?» Ну, хотя мы все прекрасно понимаем, что он понимает, о чем. И сам со мной заводит разговор. И не то, что это была какая-то судьбоносная встреча, и очень много это человек мне рассказал, скорее нет, но тем не менее, это опять же краска, да, это насыщает ваш рассказ, ваш текст деталями, которые позволяют читателю поверить в то, что происходящее правда. Как сделать историю универсальной? Ну, может быть, не всегда есть такой запрос на самом деле, да, иногда, наоборот, хочется выделиться и показать какой-то уникальный, конечно, случай. Но, опять же, как мне кажется, бывает, что реальность настолько интереснее, чем фикшн, что ты перестаешь уже верить, что то, что там, о чем ты рассказываешь, это реальность. Ну, когда уже, ну, too much, как говорится, да, всего там наворочено, и ты думаешь, ну, вот если бы я прочитал это где-то или увидел в сериале, я бы подумал, что сценарист сошел с ума. И чтобы снизить градус, вот, как бы, уникальности истории, ее чрезвычайности, можно изучить похожие кейсы, да, и понять, что их объединяет, как часто какие-то детали встречаются и так далее. Знаете, вот довольно странно будет говорить об этом на примере истории и дела ангарского маньяка, но когда я писала первые тексты о нем до того, как приступить к книге, я думала, что все, что, о чем мне рассказывают, там, ну, например, следователь, оперативник мне говорят, каждый по-своему, но все об одном и том же, что, понимаете, вот 10 лет женщин убивали в Ангарске, и 10 лет их, ну, не видели этих убийств, да, то есть это начало 90-х, ну, и впоследствии там конец 90-х. В городе криминальные разборки, милиция после развала Союза в кризисе,
какие-то реформы, перестановки, денег нет, люди, ну, по разным причинам плохо работают или не успевают работать хорошо. И, а тут еще убивают каждый день, эти ОПГ друг друга кладут по всему городу. И тут находят женщин. Ну, пропустили. Пропустили, я думаю, это ж надо. Ну вот как такое может быть? И думаю, что, ну вот, наверное, уникальность истории ангарского маньяка в том, что вот 10 лет, ну примерно 10 лет, эти убийства не замечали, а потом, когда их стало так много, что уже не замечать было невозможно, и из Москвы в Ангарск отправили специальную следственную группу, которая уже занималась раскрытием только этих преступлений спустя 10 лет после первого убийства. Конечно, спустя 10 лет сложно найти преступника, потому что свидетели уже ничего не помнят, улики потеряны или плохо сохранились. Ну, одним словом, как бы, вроде понятная ситуация, уникальная. А потом, спустя там, буквально года полтора, Артём мне рассказывает, что в еще одном городке Иркутской области, в Тулуне, тоже маньяк. Он насилует женщин на протяжении уже 30 лет. 30 лет, и поначалу, что вы думаете, тоже не замечали. А потом, как бы, уже когда перестали, вернее, уже нельзя было не замечать, тут тоже отправили группу, и тоже группа начала разгребать чуть ли там не 20-летний, я сказала 30 лет, ну, около 20, да, 20-летний его вот этот вот багаж преступлений. И тут ты понимаешь, что то, что тебе казалось уникальным, неправдоподобным, как же можно не замечать убийства людей, когда они происходят так часто. Причем женщины ходили у обочины дорог, там, в лес-полосе, они все были убиты множественными там ударами. Ну, как этого можно не заметить? Там, ну, вот так вот. И это не просто совпадение ангарской истории тулунской, потому что моя коллега Тайвик Булатова, главный редактор «Холода», писала текст о абаканском маньяке, и у него там, слава богу, не так много жертв. Но, тем не менее, полиция тоже закрывала на это глаза. Хотя были свидетели, и все происходило тоже в небольшом городе. Ну, одним словом, я думаю, мысль понятна. Иногда, как бы, может быть, чтобы для собственного успокоения или наоборот, чтобы выпечить какую-то черту, вам кажется, что, может быть, я не буду это показывать, потому что это слишком неправдоподобно. А если вы понимаете, что таких историй куча, и везде эта черта проявляется, то, значит, она важна, ее важно, как бы, подчеркнуть. Конечно, опять же, для тех или для тех ситуаций, когда невозможно пообщаться с непосредственными участниками событий, вам в помощь правозащитники, адвокаты, активисты, просто увлеченные этим делом люди, этим делом, ну, этой темой или какими-то там определенными историями, потому что они как раз-таки за вас и систематизируют этот весь опыт и могут обратить ваше внимание на какие-то вот такие вот общие черты. Ну, понятное дело, можно найти интервью с ними, если сложно пообщаться лично, ну, либо поговорить там в переписке, либо лично. Ну, и, конечно, журналисты тоже, потому что многие журналисты хорошие специализируются на каких-то определенных темах, и их опыт, конечно, такой же важный, как и тех же активистов или адвокатов. Как проводить интервью? Если все-таки вы решили поговорить с героем, либо с каким-то другим представителем от истории, ну, если мы все-таки говорим про героя, мне кажется, есть герой трудный, например, вот я, вот уже получается, в ноябре 2017 года получила разрешение на интервью с ангарским маньяком. Ехала туда, досматривая сериал «Майндхантер» первый сезон, тоже ни секунды не вру, действительно так было. Не могу сказать, что мне сериал помог как-то в этом интервью, но я решила позвонить
как раз-таки первому следователю, с которым я общалась по этому делу, Николаю Китаеву, тому самому важнику, да, советскому, и посоветоваться с ним, какие вопросы задать. Я подумала, что он, как человек, который специализируется по поимке таких людей, может мне помочь. Ну, если честно, он мне ничем не помог, но я считаю, конечно, не убеждена, что лишним это никогда не бывает. Когда вы уже встречаетесь с человеком лично, либо начинаете беседу по переписке, неважно, конечно же, нужно установить человеческий контакт, потому что в чем он заключается? Ну, мы приходим кому-то общаться, неважно, там, для статьи, для сценария, либо для книги, не чтобы кого-то осудить, не чтобы показать, какие мы хорошие, как мы понимаем хорошо, какой грех человек совершил, да. Мы все-таки у него просим услугу некую, он нам не обязан ничего про себя рассказывать. Поэтому, ну, мне кажется, что, ну, довольно вежливо, наверное, не начинать общение сразу, вот как бы с того самого вопроса, с которым вы пришли. Об этом чуть позже. Что я имею в виду? Ну, вот, например, первое интервью с ангарским маньяком у меня длилось около 3 часов. И первый час, наверное, ну вот я не засекала, не отсматривала по диктофону, но по моим ощущениям, да. Он практически не вошел в финальный текст в интервью, потому что мы говорили, ну вот он меня попросил привезти ему судоку, я привезла судоку, мы что-то про судоку поговорили, потом про машины, которые он гонял из Владивостока, потом про какие-то, как он их продавал на рынке в Иркутске. Ну, то есть эти темы, безусловно, ни меня, ни читателя, для которого я делала это интервью, не интересует. Но было важно установить контакт, да, посмотреть, как человек реагирует, прощупать его. И он же в этот момент тоже прощупывал меня. И мне кажется, что вот этот час, ну, если есть время, конечно, но хотя бы 5 минут нужно все-таки отдать некому такому смолтоку, понятно, в рамках разумного, но это вам потом поможет в дальнейшей беседе. Немножечко перескочила в пунктах «Убедить героя общаться». Это тоже как бы важный момент в работе, потому что, например, ну, есть люди, которые, знаете, вот они так отказывают, что ты понимаешь, в какой-то момент они точно согласятся, хотя и очень сильно отказывают. И тогда нужно включать какие-то инструменты, заигрывающие с их тщеславием, скажем так. Ну, например, как вариант, да, то есть говорить им, в принципе, не такую уж и лживую информацию о том, что вообще-то вы там один из немногих людей, кто может мне рассказать, ответить на мои вопросы. Не так много людей в мире знают о том, о чем можете рассказать вы. И очень часто, зачастую эти люди, они оказываются в ситуации, что им, в принципе, не с кем обсудить те вопросы, которые вы хотите задать. И тут уже, конечно, включается не тщеславие, а скорее желание поговорить, выговориться. И, опять же, уже на вашей стороне история о том, чтобы вот тот самый человеческий контакт, установленный, помог этому человеку раскрыться, и чтобы для него эта беседа оказалась зачем-то нужной, да, чтобы ему она была зачем-то нужна. Один из еще таких возможностей, да, таких, ну, не трюков даже, а скорее просто то, что это происходит, либо не происходит, это отвечать на вопросы героя. Вот я как-то писала текст про педофилов, и для этого я через сайт Тор зашла на форум педофильский, и там, ну, как-то вот списалась с каким-то количеством людей. И практически каждый из них спросил у меня, почему я так заинтересована этой темой, намекая на то, что я сама как будто бы испытываю какие-то такие же чувства, как и они.
И, конечно, это довольно неприятно получать вопрос, такой вопрос от такого человека. Но при этом, опять же, как мы говорили, мы хотим получить от него информацию. И ему, его надо как бы, ну, как бы создать ему некую комфортную среду. Поэтому в таких случаях нужно, ну, либо вежливо как-то съезжать, либо, ну, говорить, что нет, но я считаю, что это очень важная тема, ее, ну, там, очень набоко раскрывают, и хочется раскрыть полнее. Ну, часто это работает. Ну, и главный пункт, собственно, про главный вопрос, о котором я уже начинала говорить, мне кажется, что когда вы идете на интервью к какому-то герою, если для чего-то вы это всегда делаете, конечно, вы не здесь не для того, чтобы научиться писать там статью журналистскую, но если вы пишете, посвящаете какой-то свой текст определенной теме, и вам для этого нужен какой-то герой, вы, понятное дело, ну, мне кажется, должны сформулировать для него главный вопрос. Например, вот если говорить обо мне, когда я решила и там поехала, и потом много посвятила времени и работы дело ангарского маньяка, у меня было два вопроса к этой теме. Это как такое вообще возможно, что человек убивает 80 женщин на протяжении 20 лет, его не ловят? Но это вопрос не Попков, да, это вопрос глобальный. А вопрос к Попкову — это откуда в нем взялось это ощущение своей правоты в том, что он делает. Ведь он не только не раскаялся, но он абсолютно в ладу с собой до сих пор. Да? И вот как бы, если так совсем пафосно это сформулировать, мне было интересно как бы понять природу его зла. И, конечно, если так не спросишь, скажите, какова природа вашего зла? Но так или иначе, если у вас есть в голове главный вопрос, тот самый, есть разные вопросы, которые подводят к этому. Их может быть 5, их может быть 10. Но их важно задать герою такое количество раз, которое будет достаточно, чтобы вы получили от него ответ. Потому что очень часто такие неприятные, скользкие вопросы герои соскальзывают. Они как-то отвечают односложно, переводят тему. Но, опять же, вы здесь не просто, чтобы зачитать вопросы по списку. Вы здесь, чтобы получить для себя ответы, да, которые помогут вам раскрыть эту тему. Поэтому ничего нет в том, чтобы вы спрашивали, 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 пока не добьетесь того, что, ну, что вас устроит и что вам разъяснит и ответит на ваш главный вопрос. Так, я думаю, что мы так глобально подходим к концу, поэтому, наверное, я просто скажу пару слов о том. Да, девушки, скажите, у нас еще сколько есть времени? Времени есть еще минут 10 точно. 10, хорошо. Раз 10, да, я тут привела некие примеры, которых собиралась рассказывать эти пункты, но в итоге решила сконцентрироваться на одном, на книге, раз все-таки сегодняшняя лекция посвящена книге. Но тем не менее, попытаюсь заинтересовать вас этими текстами и объясню, почему. Значит, тут я разместила 3 текста. Ни один из них не посвящен ангарскому маньяку, потому что ему посвящена книга. Эти 3 текста, они как раз-таки были основаны, идея исходила не от героя, потому что ведь часто бывает, вот, я хочу написать книгу про маньяка, да, фикшн или нон-фикшн. Давайте я найду маньяка, поеду к нему в колонию, поговорю с ним и напишу. Ну, звучит как план. Но бывает же такое, что замысел книги
посвящен, например, какому-то человеку, ну вот, например, педофилу, да, вот тут один из текстов последний, их вообще-то лечить надо, называется он, так вот не вобьешь ты никуда педофил, ну, в смысле, есть, конечно, такие преступники, которые садятся по этим статьям, но это всегда очень сложно и неоднозначно в России, поэтому есть тексты, для которых ты ищешь не конкретного человека, а человека, который подходит под определенную категорию. Вот первая категория в России коммерсантам и ментам блатовать нравится. Это текст об АУЕ, о подростках, которые увлеклись вот этой вот блатной тюремной романтикой и живут, пытаются жить по понятиям. Был момент, когда об этом очень много говорили, этого очень сильно боялись, скорее всего, совершенно зря, но тем не менее, сейчас это вообще запрещено. И вбить ВКонтакте подростки АУЕ, ну, вас приведет в какое-то количество групп, где будут какие-то картинки, посвященные этой теме. То же самое, вот есть какой-то «Потерять ногу, найти себя». Это текст, ссылка посерединке. Это текст про добровольных ампутантов. Это люди, которым кажется, что если им ампутируют ногу или руку, они будут себя чувствовать более цельными. Это такое расстройство психическое, которое очень редкое, но оно действительно зафиксированное в международной классификации болезней. И таких людей тоже не найдешь, просто вбив там в Google. Поэтому это интересный момент, который, мне кажется, даже, может быть, в большей степени поможет вам, если как бы вам понадобится кого-то искать. Ну, вот АУЕ я искала через знакомых в полиции, и там знакомые через знакомых, который в итоге меня привел к участковому в городе Усть-Кут, это моя любимая Иркутская область, который просто меня повозил по подросткам, ну, в смысле, вот мы прям с ним приезжали к подросткам, и я с ними общалась возле их домов на эту такую неприятную для них тему. Что педофилы, что ампутанты, их я искала, вернее, нет, тут надо разделить, ампутантов я искала в группе ВКонтакте, по-моему, она очень быстро закрылась, там было очень мало подписчиков, но по каким-то комментариям я поняла, что кто-то из них, возможно, тот герой, который мне нужен, и писала им просто в личке. Перед этим я писала, конечно, и другим в личке, и вопрос, который получала я, это «пришлите мне фото вашей ноги». И это было неприятно. Но, опять же, как я говорила раньше, нужно пытаться вежливо соскакивать, не присылать фото ноги, но и не посылать как бы человека на три буквы, потому что, ну, вот вы как бы на его территории, и вам нужно уметь с этим как-то лавировать, скажем так. Ну, и педофилы, да, это был Тор и сайт, форум на Торе. Это я уже говорила. Вот. Ну, в общем, одним словом, таких героев безымянных, да, что ли, анонимов, потому что ни один из этих героев, ни педофил, ни ампутант, ни ауешник не появляется под своим именем. И, в принципе, неважно, какое у него имя, потому что мы ищем некое качество определенное человека, которое нас в данном случае интересует. Ну вот фильм редакции про воров в законе, тоже довольно сложная история в реализации, потому что ворам в законе не по понятиям общаться с журналистами, поэтому пришлось общаться с людьми близкими к ним. Ну вот у нас там еще есть очень интересная героиня, вдова вора в законе, которая нам очень много про него рассказала. Ну, дело банды ГТА, да. Смотрите, я думаю, что давайте мы перейдем к вопросам. Может быть, уже они назрели, может быть, о чем-то стоит поговорить более подробно.
когда не видишь кивающих лиц, довольно трудно понимать, насколько то, что ты говоришь, нужно и интересно. Поэтому сейчас в ваше время какие-то комментарии, любые совершенно вопросы, уточнения, либо, может быть, я чего-то совсем не коснулась, а вы хотели бы, чтобы я об этом поговорила. Саша, спасибо огромное. Я вопросы на всякий случай буду зачитывать, потому что иногда Zoom их не совсем корректно отображает. Единственное, что перед этим попрошу перелистнуть немножко. У нас там, по-моему, два осталось слайда, которые хотелось бы показать. Да, это вот этот слайд, собственно, про лекцию. Но это можно посмотреть в презентации, которую всем на почту завтра отправят. Просто еще раз уточню, что будет лекция уже в рамках курса. И сейчас я поняла, что у нас тут небольшая ошибка. На самом деле мы дарим не 10%, а 15% по этому же промокоду. В общем, 15%, друзья, если что, приходите смотреть программу. А вопросы теперь, да, можно переходить. Пожалуйста, пишите в чат, чтобы мы их все озвучили. Пока вопросы... Ага, начались. Вот первый вопрос уже вижу. Саша, насколько сложно было получить разрешение в СИН на встречу с Попковым? Ну, смотрите, две встречи с Попковым у меня была. Одна, он был еще в СИЗО, и мне повезло, что не нужно было никакого разрешения в СИН. Нет, это слишком сложно, слишком подробно. Скажу вам так, в СИН... Это получить возможно, даже работая в «Медузе» или работая в редакции. Я к тому, что СМИ не самые любимые нашими официальными органами. Но если есть некая воля кого бы то ни было, если следователь вам благоволит и помогает, и пишет разрешение, это вам поможет. Все другие преступники, с которыми я хотела поговорить в рамках разных совершенно своих тем и запросы на интервью, с которыми я писала, ни с кем мне больше разрешения не дали. Но тут повезло или помог, опять же, следователь, который был тоже заинтересован. Тут очень многое зависит от того, насколько им это интересно. Когда дело старое... Ну, это сложно, организация, это вся проверка, как бы чего не вышло и так далее. Если где-то нужно подсветить какую-то историю, они журналистов запускают более охотно. Спасибо большое. А следующий вопрос. Как вы с ростом популярности в качестве криминального журналиста обезопасиваете себя от сталкинга и внимания мутных личностей? Да, вот такой интересный, сложный вопрос. Знаете, когда мне задают такие вопросы, ну, не прям такие, но вот похожие, я сразу начинаю как-то напрягаться. Я думаю, так, а что, мне надо себя как-то обезопашивать? Ну, в общем, никак не обезопашиваю. Ну, я не то чтобы, мне кажется, в моих репортажах кого-то так прям напрямую вывожу на чистую воду или там раскрываю чьи-то секретики. Поэтому, ну, никак, в общем, вот такой ответ. То есть, слава богу, вы не сталкивались, да, пока с какими-то жесткими случаями. Дай бог, чтобы так и было. Следующий вопрос. Как писать о жертвах так, чтобы это было этично? Не кажется ли вам, что сам жанр true crime часто фетишизирует преступников и преступления и уделяет мало внимания жертвам? Интересно, так человек задал вопрос. Сначала спросил, как писать, чтобы было этично, а потом мало внимания жертвам. И это правильная постановка вопроса, потому что у нас очень часто, очень многие тексты, посвященные особенно там серийным убийцам, маньякам, они строятся довольно часто, ну, якобы на жертвах, рассказываются в них, как их изувечил этот изверг, а это на самом деле такой хороший человек был, эта жертва, да. И вот уже этим вырабатывают у читателя некую такую эмоцию. Плохой, хороший, это все понятно. Но мне кажется,
что это не совсем честно. То есть это работает, безусловно, да, если вам нужно подключить читателя с первых же минут фильма, пусть на первых минутах фильма умрет ребенок. Понимаете? Но это, мне кажется, ну, просто нечестно, потому что дальше весь фильм будет окрашен только этой краской. Все мои тексты об ангарском маньяке, вернее так, ни в одном моем тексте про ангарского маньяка не было ни одной истории жертв. Именно вот поэтому. Потому что меня интересовала в данном случае составляющая следствия. Но в книге, конечно, я решила углубиться в это. И мне кажется, что этично... Я не знаю, тут многие могут со мной поспорить, но мне кажется, что этично рассказать о человеке ну, так, как о нем помнят, а это единственная наша возможность, его близкие. Да? То есть я ездила в семьи погибших девушек, общалась с мамами, с папами, с сестрами, братьями, ну и так далее, с дочками, с сыновьями. Они мне рассказывали что-то. И часто их рассказы не были, знаете, какими-то такими романтизированными. Это были обычные истории обычных людей. И я, в принципе, против того, чтобы романтизировать жертв. Как будто бы если человек был не кристальной репутацией, то его и в меньшей степени жалко. Да нет, его точно так же жалко. Он умер от... Она умерла от рук изверга. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, да, есть какой-то внутренний, наверное, должен быть внутренний такой лакмусовой бумажкой, который можно там проверять, но в целом этика, ну, есть какие-то законодательные истории, да, там нельзя показывать жертву, да, лицо жертвы. Если мы говорим о письме, ну, можно подбирать какие-то корректные слова для описания там, убийства, да, не обязательно это расписывать. На этом как бы куске весь ваш литературный талант демонстрировать. И не сводить жертву только к тому, что с ней произошло. Это, мне кажется, главное. Не только, вот, знаете, к имени, фамилии в уголовном деле, но что-то, чтобы еще за ней что-то стояло. Спасибо большое. Вопрос такой. Есть ли у вас совет, как можно прийти в расследовательскую журналистику без опыта? Да, ну, мне кажется, что просто идти. Знаете, это интересный момент про расследовательскую журналистику. Я никогда себя не называю журналистом-расследователем, потому что, ну, в такой как бы журналистской среде считается, что расследователь — это вот журналист, который, типа вот Иван Голунов, который работает с разными базами данных, закрытыми и открытыми, и вот он смотрит, да, то есть такое расследование дома на компьютере, вот он сопоставляет данные и находит условный Иван Голунов офшоры, коррупционные схемы и так далее. Мне кажется, что если вы хотите быть журналистом сейчас, это самое неидеальное время за последние там десятилетия, но при этом и самое идеальное в том числе, потому что найти историю нелегко, но гораздо легче, чем раньше, благодаря интернету. Я дала кое-какие как бы инструменты. И много СМИ нового формата, да, много возможностей предлагать свои истории. Скажем так, если вы хотите прийти в расследовательскую журналистику, найдите историю и предложите ее СМИ, которая вам нравится. И возможно, это не получится с первого раза, но с какого-то раза точно получится. Спасибо. Пойдем дальше. Саша, как вы считаете, насколько может быть сильным вред от чрезмерной универсализации персонажа маньяка или иного необычного преступника и порождения тем самым стереотипов? Ну, к сожалению, есть такая история о том, что маньяки и правда из-за, я бы не только сказала благодаря, да, в кавычках СМИ, но скорее благодаря сериалам и фильмам они романтизируются и становятся
и как будто бы дестигматизируются, да, то есть и такие люди имеют право на существование, как будто бы. Но мне кажется, что если я сейчас говорю за скорее журналиста, да, чем за создателей сериалов и фильмов, ну, лично я считаю, что журналистика — это не про то, чтобы кого-то героизировать, а чтобы показывать, отображать некую кусок реальности, да, и моя цель была показать, как так случилось, что 20 лет страшного убийцу не могли найти и арестовать, вот. И, ну, лично я его не героизировала, и мне кажется, у меня это получилось, не сделать из него героя, жертву или... вот что-то в таком стиле. Поэтому, а дальше была дискуссия, когда вышел фильм «Собчак», да, про Скопинского маньяка, и тогда очень многие стали говорить о том, что да, вот это героизация. Ну, я не знаю, хорошая работа, она подразумевает какой-то правильный результат, а дальше это уже какие-то внутренние настройки непосредственно на журналиста. Но с тем, что... Но с этим мы ничего не можем сделать. Это же, ну, вот в американской культуре это, в принципе, часть поп-культуры, да, вот образ маньяка-убийцы. Это не значит, что они там к ним как бы хорошо относятся, но это просто в их культурном коде уже многие десятилетия. И именно благодаря фильмам там типа... Хэллоуин и вот это вот все остальные эти франшизы, где некий преступник в маске гонится за прекрасной девушкой. Спасибо. Будем внутренний компас, мне кажется, развивать, чтобы не поддаваться самим этим стереотипам. Вопрос интересный такой. Есть ли для вас темы табу, которыми вы бы никогда не стали заниматься, и почему? Наверное, темы табу, ну, вы же видели мои тексты, добровольные ампутанты и как бы педофилы, какие еще могут быть более табуированные темы, ладно, я шучу. Нет, мне скорее дело не в табу, дело в моем личном интересе, да, и в личном каком-то состоянии здесь и сейчас. Иногда сейчас, наверное, педофилам я бы не хотела снять фильм про педофилов, потому что это очень морально затратно. Но это не потому, что это табу, да, а потому что, ну, вот тяжелая тема, я ее уже как бы сильно так подробно занималась, и окунаться в это опять не всегда время и место. Вот. Нет, скорее тут дело в интересе в личном или в герое, который может заинтересовать, которого захотелось бы раскрыть. Спасибо. Наверное, последний вопрос. Больше вопросов не вижу, одни благодарности. Вопрос последний будет такой. Если пишешь художественный текст на основе недавних трагических событий, вроде поимки маньяка, то как сделать так, чтобы не ранить жертв или их близких? Ох. Ну, знаете, можно всегда, понимаете, вот одним фактом того, что вы прикасаетесь к этой теме, да, вы можете ранить человека. Неважно, вы пришли к нему стучаться в дверь, чтобы взять у него комментарий, либо нет. А если пришли, то вы раните его еще раз, потому что он каждый день пытается забыть, да, об этом горе, а вы ему не может, и вы ему еще сильнее об этом напомнили. Поэтому здесь признаю, что для меня самая трудная часть всей истории дела ангарского маньяка и касательно текстов и книги, это именно общение с семьями его жертв. Потому что, ну, это невозможно. Я себя максимально неуютно чувствую, когда я прихожу к человеку, там, к матери условно, да, и говорю, что «Здравствуйте, я пишу книгу, давайте поговорим про вашу дочку». И она мне вынуждена рассказывать, как она там видела, в каком состоянии тело дочери. И я не могу ее... У меня нет ни одного аргумента, который я могу привести, чтобы уговорить эту женщину со мной общаться. При том, что, ну, мне надо, да, с ней поговорить. То есть, понятно, я могу пойти там ко второй, к третьей, но это же история, которая продолжается всякий раз, да. То есть они...
имеют полное право мне послать на три буквы, и у меня не будет ни одной претензии к ним. Но не все посылают, потому что это ведь тоже то, о чем я говорила. Ну, часто люди хотят вспомнить своих близких, да, им это важно, поговорить с кем-то незнакомым как раз-таки, и что-то вспомнить про дочку, про маму, про какие-то воспоминания, потому что в обыденной жизни это не всегда уместно, мало кто из близких хочет это слушать на самом-то деле, а тут как бы человек сам пришел, поэтому... Это очень неоднозначные ситуации, вот. Но, к сожалению, вы в любом случае раните этих людей. И это как бы некий тоже, ну, выбор, когда вы решаете о чем-то таком писать. Спасибо большое. Друзья, можно задать, наверное, если есть, то буквально еще один, и мы будем потихонечку прощаться. Пока вот озвучу, Саша нам пишет, что... Прекрасная лекция была, и я от себя тоже, я заслушалась, и вас очень интересно слушать, и чуть не расплакалась сейчас на последнем моменте, простите. Ну, правда, очень сильно. И спасибо вам за вашу работу, спасибо вам за то, что вы вообще этим занимаетесь, это правда очень важно. А нам написали последний вопрос. Давай. Какую тему в текущей повестке вы считаете самой недооцененной? О, какой интересный вопрос. Хороший. Вы знаете, наверное, тему... Не знаю, просто это тема, которая меня сейчас очень интересует. И, с одной стороны, они говорят очень много, а с другой стороны, наверное, очень мало. Это тема феминизма. Ну, я знаю, что у многих затриггерит от этого слова, но я специально его произнесла. Скорее... Это равноправие женщины не столько в законодательном плане, да, не столько в том, что там сколько она получает, хотя и в этом тоже, потому что есть же статистические исследования о том, что женщины действительно получают меньше мужчин, и доступа к высоким постам у них хоть теоретически есть, но на практике гораздо меньше. Но скорее в отношении людей, да, мне кажется, что важно менять какие-то стереотипические представления о месте женщины и в семье, и в обществе, и в мире. И эта история гораздо сложнее и труднее, чем принять какой-то закон. Хотя, как мы знаем, и законы принимаются у нас очень трудно, нужные законы. Я сейчас про закон о домашнем насилии, который, конечно, тоже подчеркивает некое отношение государства и общества в целом, большинства, скажем так, женщин. Да? Потому что женщина, в принципе, очень не защищена. Уже фактом своего рождения она не защищена и рискует. И мне кажется, что этой теме нельзя уделить слишком много внимания. Ну, то есть пусть будет скорее так. Да, тем более каких-то прям в крупных СМИ, мне кажется, таких текстов все еще мало. Да? Они как бы на отшибе, несмотря на то, что вроде на слуху, но на отшибе, тем не менее, в каком-то общем поле. Спасибо вам огромное. Друзья, тогда мы будем прощаться сегодня. Завтра, еще раз повторю, всем пришлют и видео, и презентацию. С Сашей можно будет еще встретиться на курсе. Всем спасибо огромное. Саша, спасибо огромное еще раз. Огромное спасибо. Очень рады. Всем счастливо. Хорошего вечера. До новых встреч. Спасибо. Okay.